Красная ленточка перерезана, и новый центр юридической помощи открыт для посетителей. Услуги юриста в наше время одни из самых востребованных, но цены порой кусаются. Здесь об этом посетители могут не думать. Центр бесплатной юридической помощи – это некоммерческий проект, который является социально ориентированным. То есть основная задача – это доступность юридической помощи для всех категорий граждан. Если нам нужна будет помощь еще дополнительных специалистов, то, соответственно, мы будем их привлекать, потому что в коллегии адвокатов особого мнения достаточно широкий круг специалистов, хороших специалистов. Проект по открытию центров бесплатной юридической помощи существует уже год. В Подмосковье их открыто уже 13. Но один из руководителей проекта, Михаил Толчеев, считает, что пунктов могло бы быть и больше. Некоммерческому проекту необходима поддержка местных властей. Место, где будут работать, это первое. Второе, нам нужна информационная поддержка, потому что люди должны знать, куда прийти. И только то, что здесь будет табличка, этого недостаточно. Нужно, чтобы все службы района были оповещены и направляли, когда люди с такими вопросами приходят, направляли именно сюда. Отдельные категории граждан здесь могут не только получить совет, как поступить в том или ином сложном случае, но и более широкую юридическую помощь. Первичная консультация, она является бесплатной для всех граждан. Что касательно уже отдельных категорий, то есть более социально, да, незащищенных, которые оказались там в трудных жизненных ситуациях, с низким уровнем дохода, здесь также еще будут составляться документы правового характера и осуществляться представительство в судах. В администрации Ленинского района инициаторы проекта встретились с представителями социальных служб, депутатского корпуса, общественной палаты и руководства муниципалитета. Приятно осознавать то, что все, в принципе, вы, вот я вижу и отрасль соцзащиты, и наш законодательный блок, и уполномоченного нашего, и все вы направлены лишь на одно, на то, чтобы помочь нашему гражданину, нашему жителю, для того, чтобы, казалось бы, иногда простейшая ситуация, но это требует профессиональной этики, это требует профессиональной компетенции, которую можете дать непосредственно только вы. Именно поддержка местных властей, общественников, законодателей и обеспечила возможность открытия в Ленинском районе центра бесплатной юридической помощи. Люди-то приходят прежде всего, наверное, с вопросами, которые связаны и с этими службами, с работой этих служб, и администрации, и так далее. Поэтому, конечно, наши юристы рассчитывают на то, что их будут слышать вот с этими проблемами и будут идти навстречу, решать эти проблемы совместно. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 508 0119. Консультации проходят по пятницам с 11 до 15 часов в кабинете по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола 6А. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.